труд – это когда ты что-нибудь делаешь, и тебе очень, ну так, трудно очень, очень трудно. Трудное – это когда ты что-то ему сложно делать, а когда трудиться – это вот делать сложно, но приятно. Трудиться – это когда стараешься что-то сделать. Когда я убираюсь, мама мне дает полидельцу, и у нас весь дом золотой. Я всегда трудюсь сделать аккуратно и быстро уроки. Но я убираюсь в комнате, потому что у нас там две коробочки, и там нужно девчачья в одну, а мальчишка в одну. Вот мама трудится, моет полы, она так трудится. Мама все старается. Она всегда готовит по три еды. То завтрак, то ужин, то обед. А у меня она моет полы, моет окна, моет стекла. Ну да. Мама еще трудится мыть посуду, а папа больше ничего. Потому что ему не нужно ничего, он только лежит, смотрит передачу. Меня просто мама заставляет папу мыть посуду. Ну, папа, да, он ленится. Всегда после выходной он всегда лежит вот так на кровати, вот так футбол смотрит. Они должны справляться. Они не только должны на диване сидеть и телевизор смотреть. Некоторые люди не умеют стараться, потому что у них все получится. Когда они стараются, у них не получается ничего, у этих людей. И они подумали и придумали, что они будут отдыхать и все трудиться. А, значит, он лентяй. У нас в садике есть один мальчик по имени Андрей, и он всегда лентяй. Эти люди, они такие вредные. Они лежат, больше ничего не делают. И не трудятся даже. Когда ты все плохо сделаешь, значит, ты лентяй. Надо трудиться. И тогда вот ты предотвратишь лень, и лень от тебя уйдет и больше не пристает. И тогда он встанет и пошел делать все сразу. Если ты хочешь отдохнуть, ты не должен отдыхать, а должен трудиться. Потому что трудиться – это в два раза лучше –